Авиакомпания «Руслайн» планирует с 8 сентября открыть регулярное авиасообщение между Сочи и Минеральными водами по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Минеральных вод в 00:30, время прибытия в Сочи в 1:20 ночи. В обратную сторону из аэропорта Сочи самолет вылетает в 7:30 утра и прибывает в Минеральные воды в 8:10. Продолжительность полета около 50 минут. Программа регулярного авиасообщения между Сочи и Минеральными водами будет действовать до 24 октября.